А мы уже в эфире, дорогие друзья. Поехали. 14.11. Сейчас расскажем вам, о чем ближайшие 50 минут в прямом эфире у нас будут. Наш иммунитет, друзья, порой известно пасует перед банальным гриппом. Но на самом деле это удивительная, почти всемогущая система в умелых руках петербургских онкологов. Наши собственные иммунные клетки могут победить даже рак. Об успехах отечественной медицины в области борьбы с раком и о том, что такое противораковая вакцина, супергруппе «Чашка Петри» сегодня в нашем прямом эфире расскажет руководитель отдела онкоиммунологии и Центра клеточных технологий НИИ онкологии имени Петрова, доктор медицинских наук Ирина Балдуева. Ирина Александровна, добрый день. Здравствуйте. Ну, эфир традиционно мы ведем вдвоем, в основном солирует Юлия Смирнова. Юлия, приветствую вас. Добрый день. Сразу, наверное, стоит сказать, что вакцина от рака – это не то же самое, что прививка от какой-нибудь кори, что мы не будем говорить о том, что можно пойти в поликлинику, сделать укольчик и больше не беспокоиться о том, что с вами может такое случиться. Что же это за вакцина такая, Ирина Александровна? Да, давайте начнем, может быть, немножко с азов, с биологии, чтобы наши слушатели, зрители понимали, в чем же там дело. Да, на самом деле слово «вакцина» не совсем правильное слово. Оно как бы заимствовано с тех знаний, биологических знаний, активации иммунитета, противоинфекционного иммунитета против вирусов, бактерий. И вот слово «вакцина», оно говорит о том, что мы стимулируем иммунитет, мы обучаем клетки иммунной системы распознавать чужеродные молекулы вирусов, бактерий. В настоящее время мы обучаем иммунитет распознавать молекулы, которые находятся на опухолевых клетках, то есть те белки, которые для организма становятся чужеродными в процессе трансформации, в процессе роста опухоли. И так как вакцинотерапия, может быть, более правильно называть иммунотерапия, это активная специфическая иммунотерапия. Это классический термин, который используется во всех учебниках. Но чтобы не говорить длинное слово, активная специфическая иммунотерапия, такой сленг – вакцинотерапия. Она предполагает, что мы обучаем иммунную систему введением каких-то доз, которые мы разрабатываем, да, доз чужеродных молекул, белков, которые есть на опухолевых клетках. И обучаем иммунную систему распознавать эти белки. И слово «вакцинотерапия» или «вакцинация» – это совсем не то, что против инфекционных заболеваний. Там предполагается большая доза чужеродного материала однократно, может быть, ревакцинация. Наш метод, он предполагает многократное введение, обучение иммунной системы этим белкам. И это связано с тем, что опухолевые клетки, они неоднородные. Это поликлональный такой организм. И если, скажем, иммунный ответ запускается против одних молекул белков, и опухолевые клетки разрушаются под воздействием иммунитета, остаются или мутируют, появляются новые белки. И наша задача – обучить иммунитет и против этих белков, с тем, чтобы полностью элиминировать, полностью уничтожить опухолевые клетки именно клеточками иммунной системы, клетками, как их называют, клетки-убийцы. Но чтобы эти клетки-киллеры могли разрушить опухоль, необходимо клетки иммунной системы, которые называются дендритные клетки. Это клетки, которые представляют эти белки для клеток-убийц, для киллеров. А вот давайте такая система. Посмотрим на картинке как раз, что такое дендритные клетки. Потому что дендрит – это обычно ассоциация с нейронами. Да, это да. Отростки нейронов. А это совсем не о нервной системе. Совсем не о нервной системе. И вот мы видим сейчас на экране с вами дендритные клетки, которые мы получаем из их предшественников. А предшественниками являются моноциты. Это клеточки крови, которые защищают нас от всего чужеродного. И не только чужеродного. Большинство моноцитов созревают макрофаги. И Илья Ильич Мечников назвал макрофаги, он изучал макрофаги, получил Нобелевскую премию за изучение макрофагов. Он назвал их мусорщики. То есть они очищают организм, освобождают от всего чужеродного. Так вот, моноциты, которые могут созревать макрофаги, они могут созревать дендритные клетки. И дендритные клетки, мы видим вот эти вот отростки, дендриты, предполагают очень быстрое отторжение всего чужеродного.
Скажем, реакция трансплантат против хозяина при пересадке органов и тканей, это как раз дендритные клетки запускает. Одна-две клеточки, и они запускают очень выраженный, сильный ответ от этих киллеров, которые отторгают все чужеродное. Поэтому дендритные клетки – это самые сильные клетки в организме. И Ральф Стейман в 2011 году получил Нобелевскую премию за изучение врожденного иммунитета, за изучение дендритных клеток. Он многие годы изучал эти дендритные клетки и показал их выраженную эффективность, их важную роль в реализации врожденного иммунного ответа, в отторжении всего чужеродного и в отторжении опухолей. Поэтому... Много вопросов сразу по ходу возникает. Да. То есть дендритные клетки, они активируются, когда организм сталкивается с какой-то очень серьезной проблемой, типа рака, или они все время потихонечку там как-то вот нас избавляют от тех проблем, о которых мы, может, даже не подозреваем? Дендритные клетки постоянно мониторируют иммунный ответ. Постоянно. Но в периферической крови дендритных клеток очень мало. Менее 1%. И почему так мало? Потому что они очень высокоспецифические, высокопрофессиональные. Их не надо много. Для этого есть моноциты, макрофаги, которые реализуют все эти процессы очищения организма. Но в то же время дендритные клетки... Их вот количество, даже менее 1% периферической крови, это норма, они должны быть. Но у пациентов, у которых возникает опухоль, опухоль продуцирует, секретирует иммуносупрессирующие вещества. И вот эти вещества, эти молекулы, они подавляют дендритные клетки и функцию. И у пациента с опухолью этих клеток мало. И не запускается врожденный иммунный ответ. То есть это ключевое звено для запуска иммунного ответа. Очень важный, важный элемент. И что же вы делаете, чтобы научить эти клетки, да, что, во-первых, их увеличить их количество, да, потому что уменьшается, как только что сказали, да, и чтобы они были травить активные. Их на собственную опухоль. Учитывая, так скажем, те фундаментальные знания, которые определяют противоопухолевый иммунный ответ, молекулярная биология, молекулярная онкология позволили изучить, как же можно в условиях инвитро, в лабораторных условиях, получить большое количество вот этих дендритных клеток. Есть несколько способов. Можно получать дендритные клетки из костного мозга, то есть из предшественников, которые еще не сталкивались на периферии с иммуносупрессирующими факторами. Это так называемые стволовые кровотворные клетки, которые мы для того, чтобы их получить, мы их выход из костного мозга мы мобилизуем введением ростовых факторов. Скажем, граундстарного, макрофагального, колонистимулирующего фактора. Или граундстарного, колонистимулирующего фактора. Это метод, который мы позаимствовали у наших гематологов. Таким образом, получают стволовые, периферические стволовые клетки, гемопоэтические клетки для пересадки аутологичного костного мозга. Но в том случае они забирают его, криоконсервируют и вводят пациенту. Вводят пациенту после высокодозной химиотерапии, то есть полной аплазии костного мозга, полного, так скажем, полной ликвидации лейкозных клеток. Вводят клеточки костного мозга аутологичные или жалогенные. И заселяют костный мозг уже свободный от лейкозных клеток. Здесь же мы производим забор этих стволовых клеток. И в лабораторных условиях присутствие ростовых факторов, того же граундстарного, макрофагального колонистимулирующего фактора и интерлейкина 4, вот в этих условиях мы получаем большое количество дендритных клеток, которые затем греконсервируем и обучаем, так скажем, для этого же конкретного пациента распознавать опухоль. То есть вот это большое количество клеток предшественников, с ними необходимо работать еще в лабораторных условиях. Есть способ просто без стимуляции костного мозга проводить лейкофорез. Тоже мы получаем большое количество предшественников. Но эти предшественники более зрелые. То есть они еще уже находятся на определенном этапе созревания, но они тоже пригодны для получения дендритных клеток. И наиболее простой способ, который мы используем ежедневно в нашей работе, это получение периферической крови. Мы получаем моноциты, мы их выделяем, выращиваем и дифференцируем в присутствии граундстарного макрофагального колонистимулирующего фактора и интерлейкина 4.
И через 7 дней вот этой дифференцировки, они уже созревают как незрелые дендритные клетки, то, что мы видели с вами сейчас на экране, мы нагружаем антигенами, белками, те, которые есть в опухоли у пациента. У нас еще одна красивая картинка. Да, да. Вы нас ориентируете. Вот смотрите, мы на экране видим синие элементы и фиолетовые. То есть вот нам на что смотреть, чтобы понимать, кто здесь кто. Значит, синие – это ядро дендритной клетки. Так. А вот серо-фиолетовые, да, это очертания дендритных клеток. Значит, вот такие клеточки, почему он называется дендритный, видите, мы дендриты видим, то есть как клеток нервной системы, как нейронов, да, и вот эти вот отросточки, они предполагают, что на их поверхности находится огромное количество тех молекул, которые позволяют клеткам-киллерам распознавать их и обучаться разрушать опухоль. То есть они получают информацию от дендритных клеток, то есть высокопрофессиональных дендритных клеток. И очень важным фактором является, что вот эти белки опухолевые, они на дендритных клетках представлены с молекулами главного комплекса гистосовместимости. Это молекулы, которые говорят о том, что это индивидуальные особенности человека, уникальные индивидуальные особенности. То есть донорских таких дендритных клеток быть не может? Да? Они могут быть, но они могут быть как аллогенная трансплантация костного мозга, то есть необходимо подбирать донора и обучать эти клетки. Это возможно, но это очень дорогостоящая и очень затратная технология. Технология аутологичных дендритных клеток, она нисколько не уступает и менее затратная. Здесь важно, чтобы вот дендритные клетки на их поверхности были очень иммуногенные, очень реактогенные вот эти белки, чтобы Т-лимфоциты, Т-киллеры их распознали, активировались, образовали свой большой клон этих клеток и устремились к опухоли для того, чтобы ее разрушить. Вот эта сила иммунного ответа, она зависит от того, какие же белки представляют, опухолевые белки представляют дендритные клетки. Раньше считалось, что многие опухоли не иммуногенные, то есть вот эти солидные опухоли, саркомы мягких тканей, меланомы, рак молочной железы, колоректальный рак – это не иммуногенные опухоли, а иммунная система их не отторгает. В настоящее время новая эра иммуноонкологии. В настоящее время открыты контрольные точки на клетках иммунной системы, которые заблокированы в ходе развития противоопухолевого иммунного ответа. Что такое противоопухолевый иммунный ответ? Иммунный ответ предполагает активацию, да, стимуляцию, последующим дифференцировку, то есть мы получаем большое количество однотипных клеток, которые распознают опухоль и разрушают. Стимулировать постоянно иммунную систему мы не можем. Да? Опухоль может быть больших размеров. Опухоль изменяет свое лицо. И мы не можем, точнее, иммунная система не может постоянно находиться в состоянии стимуляции. После стимуляции, как мы знаем, да, законы физиологии, наступает этап релаксации. И вот на этапе релаксации клетки, опухолевые клетки могут продолжать расти. И вот этот этап релаксации также запускается клетками иммунной системы. Это реакция, которая предполагает блокаду развития аутоиммунных заболеваний, аутоиммунных реакций, чтобы этого не было. Потому что в опухоли есть не только измененные опухолевые антигены, раковые антигены, а и собственные антигены. И в процессе развития противоопухолевого иммунного ответа развивается и компонент аутоиммунный. И сама иммунная система, она начинает тормозить это развитие. И вот сейчас получены препараты, которые растормаживают эти клетки. И сейчас просто бум иммуноонкологии. Сейчас химиотерапевты становятся иммунологами. Вот, конференция за конференцией. Я с удивлением, я в этой среде выросла с химиотерапевтами, и, с грамотными химиотерапевтами, которые понимали, что иммунная система работает, и после химиотерапии необходимо подключать препараты или какие-то технологии, которые будут поддерживать иммунную систему и обучать иммунную систему. То есть сейчас очень такое интересное время для того, чтобы понимать, что мы можем излечить нашего пациента. И мы излечим наших пациентов в четвертой стадии благодаря иммунотерапии и благодаря, конечно же, комплексному лечению, всем тем методам, которые есть сейчас в онкологии.
онкологии? Ну, очень много видов рака есть, да, то есть поражают очень практически, наверное, все органы, и не только по тому, да, где опухоль располагается, есть, в общем, какие-то классификации. Иммуноонкология может помочь всем или тут... Всем. Всем. В настоящее время всем. И это связано с открытием так называемых раково-тестикулярных антигенов. Раково-тестикулярные антигены в норме вот у нас с вами есть плаценте у женщин. И когда начинаются роды, это тоже иммунная система. Она отторгает плод, потому что в плаценте есть эти антигены. И эти антигены есть в яичке у мужчин. Они закрыты от иммунной системы, но они есть. И эти антигены есть в опухоли в большей или в меньшей степени. В каких-то опухолях до 80-90% этих антигенов. И такие опухоли называются иммуногенными. Меланома кожи, она иммуногенная опухоль, она плохо отвечает на химиотерапию. А на иммунотерапию отвечает хорошо, потому что это обусловлено большим количеством раково-тестикулярных антигенов. Раково-тестикулярные антигены обнаружены рак молочной железы, колоректальный рак, рак мочевого пузыря, огромное количество этих антигенов. Но для того, чтобы оказать воздействие на эту опухоль, необходимы новые лекарства, новые препараты. Они разрабатываются в настоящее время. Но клеточные технологии, они есть уже сегодня. Уже сегодня их можно применять. Поэтому все опухоли в настоящее время можно лечить и нужно лечить иммунотерапией. Не обязательно методами, о которых мы сегодня говорим, а теми препаратами, которые из направления иммуноонкологии, которые разблокируют, это моноклональные антитела, которые направлены на вот эти ингибирующие, коингибирующие молекулы на клетках иммунной системы. Они блокируют их, то есть разблокируют клетки иммунной системы, запускается противоопухолевый иммунный ответ. В общем, рак излечим. Рак излечим. Вот на этой позитивной промежуточной итоговой ноте мы с вами сделаем небольшую музыкальную паузу. Друзья, не переключайтесь. Я должен сказать, что мы любые вопросы, которые к нам поступят, непременно зададим наши гости. Так что не стесняйтесь, делайте это. После 2-3 минут небольшого перерыва мы будем продолжать. И ждем ваш вопрос. Наука и техника. Мы продолжаем совместный проект супергруппы «Чашка Петри». 14:31 у нас. Я напомню, мы сегодня беседуем с очень серьезным человеком, потому что это руководитель отдела онкоиммунологии Центра клеточных технологий НИИ онкологии имени Петрова, доктором медицинских наук Ирина Александровна Балдуева. Эфир мы ведем вместе с Юлией Смирновой. Продолжаем. Так, мы перед музыкальной паузой сделали такое жизнеутверждающее заявление о том, что рак излечим. Практически любой, наверное, да? То есть да, любой. Да, любой стадии заболевания. Вот. Тем не менее, для каждого вида рака подходят какие-то свои методы лечения. Для одного лучше хирургический метод, для другого все-таки химия, для чего-то еще онкоиммунологические методы. Кто он идеальный пациент, которому подойдет то, вот чем вы занимаетесь? То есть вот эти вот дендритные вакцины. Это по тому опыту, да, вот, который у вас уже есть за год работы. Да, действительно, иммунотерапия – это метод, который, надо понимать, не основной. Он в комплексе тех методов, которые в настоящее время применяются в онкологии. И я хочу сказать, когда обнаружена опухоль, и она локализована, и иммунологи говорят, надо хирургическое лечение. То есть, если есть возможность хирургическое лечение всегда на первом месте. Потому что это радикальное лечение. Это удаление не только опухоли, а и того опухолевого микроокружения, того взаимодействия, которое уже сложилось в организме. Опухолевые клеточки всегда распознаются клетками иммунной системы и элиминируются. Мы этого не видим. Это наша обычная жизнь. Это те процессы, которые осуществляет иммунная система без нашего участия. Мы живем, радуемся или плачем, или участвуем в каких-то соревнованиях. Иммунная система оберегает нас от всех стрессов. Это стресс. Счастье тоже, радость имеет определенные стрессорные факторы. И в эти моменты клеточки нашего организма могут не совсем активно отвечать на те
изменения на то постоянство внутренней среды, гомеостаза, который происходит вот в процессе вот этих стрессорных факторов. И когда образуются опухолевые клетки, то есть наступает как бы равновесие, иммунная система распознает, ну и опухолевые клеточки живут. В этот момент рядом с опухолевыми клетками формируется опухолевое микроокружение. Клетки иммунной системы уже становятся, некоторые из них, становятся друзьями опухоли. Они поддерживают опухолевый рост. И опухоль себя защищает от клеток-убийц клетками иммунной системы, которая помогает им расти. Вот такая закономерность. Поэтому хирургически... Удивительная тайная жизнь нашего тела. Да, да. Так вот, нож хирурга, именно онколога, который знает, как правильно удалить опухоль, на сколько сантиметров надо отступить от опухолевых клеток, как правильно прооперировать, чтобы это было радикальное хирургическое лечение. Гистологи потом определят, какие же это опухолевые клетки, агрессивные или менее агрессивные. То есть от этого зависит, необходимо ли дополнительное лечение пациенту после хирургического лечения. И если, скажем, опухоль агрессивная, стандартов для лечения пациентов нет, то есть химиотерапия не показана в данный момент. Ну, скажем, меланома кожи. Если полностью удален опухолевый очаг меланомы, химиотерапия не проводится. И другие методы, там, таргетная терапия, не проводятся, потому что они направлены на конкретно опухолевые клетки, которые уже метастазируют, распространились в организме. И если же первичный очаг опухоли меланомы агрессивный, мы определяем это по молекулярно-биологическим характеристикам. Вот такие пациенты нуждаются в, скажем, реставрации своей иммунной системы, в устранении тех поломок, которые сформировались в процессе жизнедеятельности организма на фоне стрессов, на фоне какого-то тяжкого физического труда, каких-то недосыпаний и так далее, когда иммунная система истощена. Здесь необходима помощь вот именно иммунотерапии, дополнительное лечение. То есть пациент должен быть уже прооперирован. У него обязательно должна быть определена, по крайней мере, это основная опухоль. А сейчас мы подтверждение наших слов дадим слово пациенту. Ну, подскажите, что мы сейчас увидим? Да, это одна группа пациентов. Но есть пациенты, которым уже ставят диагноз, да, меланомы кожи. И не начальная стадия, а сразу четвертая стадия. То есть есть уже где-то клеточки в организме, и это обнаружено. И сейчас у нас будет видеосюжет с пациентом, которому поставили меланому кожи неожиданно. Он этого не ожидал. И сразу четвертую стадию. Он расскажет о своем лечении. В 2014 году поехал отдыхать в Крым на море. И там возникла небольшая, вроде бы, на первый взгляд, проблема. Повредил родинку. Через несколько дней в подмышечной области начали воспаляться лимфоузлы, но особого внимания сначала не обратил. Ну а когда вернулся из отпуска, естественно, пошел в поликлинику, ну и там был поставлен предварительный диагноз меланома кожи. На четвертой стадии, сразу на четвертой. С 2014 года мной начали уже заниматься иммунологи клиники. Я продолжаю работать, я бывший военнослужащий, сейчас нахожусь в запасе, вот, работаю в РЖД. Работаю, скажем так, с 2010 года в РЖД, но, скажем так, моя трудовая деятельность ничем, ну вот кроме пару больничных, не отличается от того, как было до болезни. То есть я чувствую себя очень хорошо. Наука и техника. Можно жить-жить, не подозревать, что у тебя уже... рак четвертой стадии. Да. Но даже и это не смертельный приговор, как мы видим. Совсем не смертельный приговор, как мы видим с этого видеоролика и слышим из уст пациента. В настоящее время у него нет опухолевых очагов. Он получил хирургическое лечение, он получил иммунотерапию, еще раз хирургическое лечение он получил. То есть есть возможность получать хирургическое лечение дополнительно уже на те отдаленные метастазы в органы, в которых есть метастатические клетки. И иммунотерапия, она лучше работает, когда минимальная опухолевая масса, когда небольшое количество опухолевых клеток. Но есть пациенты, которые с исчерпанными возможностями, то есть они получили все стандартное лечение, лучевую терапию, если она была показана, хирургическое лечение, химиотерапию. Химиотерапия – это яды. Бесконечной химиотерапией лечить невозможно.
И мы сейчас разрабатываем программу, апробируем ее с тем, чтобы после химиотерапии пациент не просто отдыхал, как отправляет химиотерапевту, а сейчас вы должны отдыхать. Как может отдыхать пациент, когда иммунная система, она не справилась с опухолью? Она была подвержена ядовитым веществам химиотерапевтическим. Она очень ослабленная. И вот тот психологический фон, на котором находится пациент, да, он тоже тревожный. Как бы мы ни говорили, все равно, если остаются опухоли в очаге, пациент очень обеспокоен. И в это время он не может отдыхать, он думает, он читает, он ищет те возможные пути, чтобы поддержать себя. И мы сейчас вот как раз развиваем это направление с тем, чтобы поддержать иммунную систему. Или же вакцинотерапией, или цитокинами, которые показаны пациентам, или же, скажем, другими методами. Это может быть и фотодинамическая терапия, и криохирургические методы лечения. То есть пациент будет получать лечение, которое не будет ухудшать его самочувствие. То есть не будет тех осложнений, тех токсических влияний, которые сопровождает химиотерапия. Поэтому... Ну, понятно, что да, у человека, который прошел уже через, в общем-то, все круги ада практически, да, ему уже кажется, что все. Что все, да, он не особенно очень верит. Молодым людям, которые, в общем, в расцвете лет, может быть, сталкиваются с онкологией, им, наверное, очень легко впасть в какое-то уныние и отчаяние. Поэтому тут, конечно, наверное, говорили уже о том, что лечение должно быть комплексным, и тут вместе с вами должны очень хорошо работать психологи. Да, у нас целый отдел психологической поддержки, помощи, грамотные психологи, доктора наук, кандидаты наук, которые готовы, так скажем, поддержать пациента и помочь ему справиться с этой ситуацией. И сейчас у нас в регистратуре каждый пациент, который обращается в наш институт, он получает такой листочек со шкалой тревожности. И доктор на приеме смотрит, надо направить пациента к психологу. И мы обязательно направляем к психологу, потому что особенно мы иммунотерапевты, химиотерапевты. Иначе не будет работать иммунная система. Клеточки нервной системы, иммунной системы, эндокринной системы, они общаются между собой. Они все продуцируют, секретируют какие-то факторы. Скажем, факторы, которые продуцируют клетки нервной системы, стрессовые молекулы, они угнетают иммунную систему. Поэтому как бы мы ни старались активировать иммунную систему, если пациент в депрессии, наш метод не будет работать или будет плохо работать. Но в это время будет очень хорошо опухолевым клеткам. Они будут находить механизмы, чтобы уклониться, избежать от иммунного ответа. И где-то снова в каком-то потаенном участке организма, который как-то прикрыт от иммунной системы, потому что мало клеток иммунной системы, они под влиянием химиотерапии, их количество снижается, уменьшается. И в настоящее время химиотерапевты обращают внимание, скажем, на нейтрофилы, потому что это клетки белой крови. Если химиотерапию проводить и низкое содержание этих клеточек, значит, будет бактериальная инфекция, вирусная инфекция. А на лимфоциты клиницисты обращают меньше внимания. В настоящее время стали обращать внимание на тех этапах, когда мы стараемся поддержать иммунную систему. И очень важно, так скажем, не отдыхать, а пытаться получить помощь у иммунологов, в том числе, ну, онкоиммунологов, не в иммунологов, которые занимаются, скажем, аллергиями, да, там, инфекционными заболеваниями. К сожалению, иммунолог сейчас тоже очень узкая специальность. Мы тоже делимся на очень узкие направления в зависимости от основного заболевания. Основное заболевание – это все-таки рак. Мы лечим рак с помощью иммунной системы в комплексе с химиотерапией, с лучевыми методами диагностики. Ну, наверное, человек, который сталкивается с тем, что у него обнаруживается рак, в первую очередь идет, ну, к какому-то районному онкологу. Да? Знают ли районные онкологи хотя бы Санкт-Петербурга и Северо-Запада вот о тех технологиях, которые вы используете? Могут ли они направить пациента и, опять же, успокоить его, что все будет хорошо? В настоящее время нас очень радует, что это происходит. Раньше это не происходило. Раньше пациент, скажем, наблюдается у районного онколога, и если есть продолжение заболевания, такой пациент получает направление в городской онкодиспансер. В городском онкодиспансере иммунологов тоже нет. Есть химиотерапевты, есть хирурги, да, есть просто онкологи на приеме. И онкологи, классические онкологи,
они обучены классическим методом. Это хирургические, лучевая терапия, химиотерапия. И направление к иммуноонкологу или онкоиммунологу в настоящее время чаще всего пациенты сами просят у докторов. Потому что пациенты где-то про это прочитали, узнали. И... Да, прочитали, узнали. Они очень активно общаются друг с другом. Они ловят каждое слово, которое говорит о чем-то новом и то, что может им помочь. Поэтому чаще всего пациенты между собой общаются. Но нас сейчас очень радует то, что и химиотерапевты, и просто онкологи читают, слышат. Очень много работы проводит наш институт с докторами. На базе нашего института находится кафедра медицинского университета последипломного образования. Обучаются ординаторы, интерны со всех медицинских учреждений нашего города и не только нашего города. Поэтому на курсе, курс, который читается на кафедре онкологии, и у нас организован учебный отдел, где проводится обучение молодых докторов, обязательно читаются лекции. В том числе вот я читаю лекцию, читают, так скажем, сотрудники, которые занимаются иммунологией и химиотерапией, с тем, чтобы образовать и показать, как работает иммунная система. В медицинских университетах, к сожалению, это очень небольшой курс, и это несколько часов. И, конечно же, среди всех тех знаний, которые получают студенты, иммунология в меньшей степени понятна, потому что ее не потрогать руками. Да? Нас учат в медицинских университетах слушать, видеть, что-то делать руками. А иммунная система, она – это клеточки, это те приборы, которые позволяют понимать, как работает иммунная система. И вот у нас в институте организован отдел онкоиммунологии. Он и раньше был. Раньше была лаборатория онкоиммунологии. Но 90-е годы, многие уехали за рубеж. Было очень трудное время. И сейчас удалось воссоздать снова онкоиммунологию в нашем институте. Целый отдел онкоиммунологии. Организовать центр коллективного пользования научным оборудованием. Центр клеточных технологий. Потому что у нас приборы второго, третьего уровня очень высокой чувствительности. Здесь уже, так скажем, то, что мы видим глазами, недостаточно. И то, что может исследователь просто посчитать и написать какую-то циферку, сейчас это уже невозможно. Поэтому в настоящее время нас очень радует, когда химиотерапевты направляют к онкоиммунологу. И наши химиотерапевты, они учитывают, видят результаты, и учитывает, скажем, возможность подключить иммунотерапию между курсами химиотерапии, между линиями химиотерапии. Ну, наверное, к вам не только из петербуржцы обращаются, приезжают люди из других регионов. И вот если нас сейчас кто-то смотрит или слушает из тех людей, которые уже получили какое-то лечение, им что-то не очень хорошо все это помогает, они услышали, что есть такой перспективный метод, куда им обращаться за консультацией, чтобы понять, подходит ли им это лечение или, может быть, что-то еще. В песочное или... В песочном институте онкологии существует так называемый колл-центр. Да? То есть можно позвонить, он работает без выходных, с 9 до 9 или до 10 вечера, и записаться на прием к онкоиммунологу. Это как бы один путь. И это не только институт онкологии. У нас два центра амбулаторной помощи на Красного Текстильщика, это центр единого документа, и на Выборгском шоссе. То есть есть возможность получить помощь не только в самом институте. Можно пойти за какой-нибудь справкой или за визой и заодно проконсультироваться, да, у онколога. Да, заодно проконсультироваться у онколога, онкоиммунолога. У нас очень перспективное отделение на Красного Текстильщика. Очень комфортные условия пребывания и для пациентов, и для докторов. Там есть возможность, вот у меня, скажем, прием целый час. Я могу целый час посвятить пациенту. Это не только онкологический пациент. К нам приходят любые пациенты с вирусными заболеваниями, с какими-то проблемами, с проблемами, которые есть у их родственников, в том числе онкологические. И целый час пациент может, первичный прием, там 2000 рублей. За 2000 он может целый час, так скажем, получать помощь профессиональную. Повторные осмотры 1200-300, что-то еще меньше. Поэтому это возможно.
Да, это, в общем, тоже хорошие новости, на самом деле, потому что, ну, куда-то специально поехать, даже если что-то беспокоит, люди, в общем, ну, не часто как-то им сложно собраться. А тут у нас в центре города можно вот действительно целый час пообщаться с доктором, рассказать ему всю свою медицинскую историю, всех родственников, что на самом деле важно. Иногда, важно, потому да, что очень важно. Семейный диагноз тоже имеет значение. Но раз уж мы говорим о медико-биологических проблемах вот сегодня, когда идет Нобелевская неделя, уже известные лауреаты Нобелевской премии по физиологии или медицине, по физике и по химии. И вот первым стал Нобелевским лауреатом в этом году японец Йосинори Асуми, который получил Нобелевскую премию за исследование аутофагии, когда клетка сама себя ест. И в связи с этим говорят, что тоже это в лечении раковых опухолей имеет большую перспективу. Вот расскажите чуть подробнее, пожалуйста, нам. Да, в чем же там дело? На самом деле труд этого Йосинори Асуми действительно оценен по заслугам. Те фундаментальные основы, которые он изложил, которые он изучил, являются очень важными. Если, скажем, мы изучаем клеточки, их поведение, их там молекулы, которые они продуцируют, Йосинори Асуми, он заглянул внутрь клетки. И он это делал на клеточках эукариотических, ядросодержащих клетках дрожжей. То есть можно было под микроскопом изучать, а как же эти клеточки себя ведут. Но я хочу сказать, что он занимался этим очень долгие годы, но еще до него Кристиан де Дюв, это бельгийский ученый, изучал эту проблему. И он остановился и открыл те органеллы, которые назвали лизосомы. За это открытие он получил в 1963 году Нобелевскую премию. Он изучил, как клеточка внутри себя, да, переваривает те молекулы, которые в ней оказываются в результате обменных процессов. То есть мусор такой. Мусор, бытовой мусор. И на самом деле аутофагия, она и предполагает как раз вот типа очистки, uh-huh. очистки от мусора. И Йосинори Асуми, он более детально, так скажем, уже на основе тех молекулярно-биологических знаний, которые есть в настоящее время, он изучил гены и белки, которые, так скажем, участвуют в этих процессах. Он обнаружил пути реализации вот этих всех процессов на генетическом уровне. Он открыл, что в настоящее время есть гены, которые называют ТУР, которые участвуют в энергетическом обеспечении клетки. А энергия клеток – это наши митохондрии. Их сотни в каждой клеточке. И в каждой клетке отслеживается, как же работают эти станции. Это наш коэффициент полезного действия. Клеточка должна работать согласованно. И если какая-то станция из этих митохондрий не работает, она подвергается разрушению, говорят еще, расплавлению. И вот эти белки и молекулы, которые при разрушении митохондрии образуются, как кирпичики, из них строится новая митохондрия. То есть вот так называемая аутофагия – это очень важный процесс, который происходит в наших клетках. И это процесс, который позволяет и поддерживает омоложение клетки. То есть это наше здоровье. И есть препараты, которые поддерживают это состояние. Скажем, есть такой препарат, который применяется при лечении диабета. Называется метформин. Этот же препарат используется при лечении различных метаболических нарушений, метаболических синдромов. Так вот, метформин, он активирует аутофагию. То есть это препарат, который помогает человеку, так скажем, быть здоровым. Но этот препарат хорошо работает как профилактическое средство для лечения, так скажем, для блокады, для, так скажем, очищения организма от измененных клеток, то есть профилактика опухолей. Но этот же препарат хорошо работает и в организме пациента с опухолью, повышает чувствительность опухолевых клеток к химиотерапии. Это только в сочетании с химиотерапией, потому что опухоль, она очень быстро обучается всему тому, что происходит в организме. И вот элементы аутофагии используют уже для себя, для того, чтобы защититься от иммунной системы. Так вот, метформин, он активирует аутофагию,
и повышает чувствительность к химиотерапии. Вот такие особенности. То есть очень интересные процессы, которые происходят в клеточках. На самом деле это не только этот процесс освобождает клетку от мусора там, или происходят вот такие обменные вещества. В клеточке есть ферменты, это второй путь, который расщепляет белки до аминокислот. А с аминокислот снова строятся новые кирпичики, новая жизнь. И интересным оказалось, что если человек, скажем, голодает вот на этапах меньше употребления жиров, там, да, углеводов, то есть какие-то периоды отдыха для организма, в этот момент активируются процессы аутофагии, то есть идет обновление, омоложение. Поэтому вот очень интересные биологические процессы, которые позволяют нам жить лучше. Да, к сожалению, наше время заканчивается. Уже, да, только начали разговаривать, кажется. Жалко. Да, но за это время все равно узнали, что очень много всего полезного, да, и вот голодать полезно, и рак излечим. И отечественная медицина осваивает все новые и новые методы. Вам все хорошо, Николай? Да, было очень интересно. Мне почему-то кажется, что на эту тему обязательно надо будет поговорить еще, потому что есть много составных частей в этой сложной истории борьба человечества с раком, и, очевидно, мы сегодня не успели разобрать, мне кажется, и треть того, что можно было бы. Спасибо большое. Мы говорим нашей собеседнице, руководитель отдела онкоиммунологии и Центра клеточных технологий НИИ онкологии имени Петрова. Я справился с доктором медицинских наук Ирина Балдуева. Эфир мы провели вместе с Юлией Смирновой. Спасибо вам большое, дорогие друзья. И будем здоровы. Будем стараться делать так, чтобы у нас это получилось. Спасибо. Будем здоровы.